Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня мы поиграем в игру Roblox Jailbreak. Я вам покажу сегодня обновление этой игрушки, а также покажу вам, как достать вертолет без кей-карты. Просто без кей-карты полицейский вертолет, как достать. Вот я тут спрятался от копов, они меня чуть не поймали. А также сегодня купим один летающий объект, да. Так что сегодня будет интересно. Не переключайтесь, поехали. Давайте выходить из домика. Давайте, как отсюда выйти? Я не могу. А, ага, да. Садимся в тачку, ребята, и поехали. И сначала хочу сказать об обновлении. Там вышло новое звание босс, а также появился новый магазин оружия. Только там уже реальный магазин оружия. Там нужно покупать оружие за реальные деньги. Бесплатные здесь только пистолет, а платные здесь дробовик, пушка, РПГ, видите, патроны к ней, гранаты. Просто все круто. Калаш за сколько? За 20 тысяч. Этот дробовик стоит 40 тысяч, а эта штучка 50 тысяч. Так что здесь, ребята, добавили вот такую вот штучку. А также давайте поедем, ребята, и купим неизведанный летающий объект. Ну, как-то так называется. Это ложку, ребята, мы сейчас купим с вами. Накопила на нее. Я думал покупать, собирать на военный вертолет, но думаю... Это сильно долго, при том я за эти 500 тысяч, которые я буду еще собирать, смогу купить Bugatti Veyron. Так что не хочу я что-то тратить. То есть собирать на вертолет. А также, ребята, оружие стало чуть-чуть по-другому стрелять. А также, когда ты попадаешь в цель... Ой, здесь кто-то! Ой, ой, тут коп со сваты, сваты, от сваты дряд, ребята. Ну это заедем в гаражик сейчас. Давай, закрывайся, дверь. Закрывайся же ты, дверь. Что за ерунда-то? Все, давайте. Давайте, выезжаем. А где НЛОшка? А, вот НЛОшка, да. Вон моя НЛОшка, ребята. Вон она меня ждет. Привет, НЛОшка. Я ее еще не покупал. Так что давайте нажмем кнопочку. Бай, круто. НЛОшка, давай. Залезаем. Что ты упал? Вау, прикольненько, давай. Ничего себе, а как, на какую максимальную высоту она поднимается? Ага, вот такая у нее максимальная высота. А кнопочка G зачем? Она что-то может делать? А кстати, а ну давайте машину попробуем приделать. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А ну-ка, давай. Что с моей НЛОшкой? Не надо... Да, чё она такая быстренькая-то? Ну уже назад, чуть-чуть назад, вот так вот. Стой. И нажимаем вот так. Ничего? Да нет, ребята, это какой-то развод. А ну, о, давайте перекрасим ее. Вот так вроде бы ее нужно перекрашивать, да? Ага, да, вот. Не, я хочу какой-то другой цвет. Например, давайте попробуем радужку. Радуга. О, все. Чё радуги нету, алё? Чё за задержка? А, вот, да. Что мы хотели, ребята? Я вам хотел показать один способ, как достать без кей-карты, без ключ-карты вертолет. А также, давайте продадим хату нашу, да, вот так. Или не продадим, просто ее сдадим. Потому что она будет из меня деньги забирать, да, получается? Ну, наверное, и так. Ну и, ребята, я доволен, что я купила НЛОшку, я ее собирался покупать. Ну, прикольная все-таки вещь, ребята, всем рекомендую. Такой я в НЛОшке, тут два пассажирские, да, места, да, вроде бы да. То есть одно пассажирское. Вон, давайте направляемся туда. Хотя давайте, может, ограбим еще и музей. Но не знаю. Ой, тут коп. Тут коп. Тут коп. Валим, валим на ножки, быстренько. А, я оружие забыл взять. Где оружие? Так, погнали лучше за оружием сначала.
Вот так. Опускается, а на Е поднимается. Ага, да, все понятно. Мне легче, ребята, вот тут нажимать клавиши мышкой, потому что, ну, мне так удобнее, я уже так привык. Так, давай туда. Ага, я хотел на криминалку, да. Ну да, оружие только на криминальной базе. Я вам покажу, кстати, ту тачку, которая появилась. Новая тачка. Ну давайте вот так спрыгнем. Вот, ребята, она, вот, смотрите. Вот она, крутая, с миниганом, ребята. Отряд босс, посмотрите. Тут коп. Давайте на всякий случай оружие возьмем. Пистолет у нас бесплатный, а дробовик говорит, что надо покупать его в этом. Все, давайте одежку уберем. Посмотрите, как стреляет пистолет. Даже задом можно идти и стрелять. Он стреляет, звук по-другому, вы слышите, ребята? Он по-другому стрелял. Прикольно, мне это нравится, ребята. Обновление просто крутое. Спасибо вам, но только если бы вы еще сделали разработчики Азимо и как-то его там еще второго зовут. Если бы вы еще сделали, ребята, карту чуть-чуть побольше. Вот чуть-чуть маленькая карта, согласитесь. О, давайте, 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 я хочу. Ага, давай, давай, приземляемся, давай, 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 давай. Нет, нет же, так нет, ну что ты творишь-то, блин. Догоним, давайте догоним. Потому что я что-то не профессионал. Блин, с этой ложкой пока мест, потому что... Хотя, давайте ее бросим где-то здесь. Все равно я хочу вам еще... Давайте вот так вот спрыгаем. Опа. Ну-то нет же, ну что это такое? А, давай, давай, быстро, быстро, быстро. Давай же, ты же вставай, что ты делаешь? Все. Короче, ребята, хочу вам показать, как с вот этой вот базы украсть этот вертолет. Давайте проверим. Хотите узнать? Давайте. Я не знаю, музей. О, вон там коп. Давайте сейчас на крышу вот так быстренько сетят. И вот, смотрите. Вон, я по копу стреляю. Опа, опа. Видите, 14-28. На, 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 давай, на тебе. На тебе, на тебе. Копяра. А... Где ты, коп? Вот ты где. Ах, ты ж... На тебе, ай-яй-яй-яй, ты по мне стрелять еще будешь? Где ты там? Он убежал куда-то. А, вот он, вот он. Этот вот, оп, 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 оп. Хочу тебя убить, коп! На тебе, ну, бяра, получай! Все, убили копа. Так просто, изи, изи, ребята, убили мы копа. Карточку дай сюда, коп. Нет, мне пистолет не надо. А карточка пропала. Да вы серьезно, я хотел банк, может, ограбить пойти. Ну что ж, давайте я вам покажу способ этот. Берем любую тачку. Любую тачку из джайлбрейка. Хотя бы самую... Да, у меня Порше даже есть. Порше. Я купил себе за 75 000. И берем обычную любую тачку. Непрокачанную. Любую. Ключевое слово. И едем вот так вот. И где там наш этот? И вот так. Слетаем с дороги. Вот так вот. Вот так вот. И, блин, недолет, ребята. К сожалению, недолет. Но ничего страшного. Ну так. Ну, я случайно. Ну, короче, ребята, получится. Сейчас я даже вторую попытку сделаю. Я чуть-чуть разгончик не набрал, конечно. Это давай, ты какой мустанг, ребята? Порше, ну давай же, ты хороший. Молодец, давай, давай, давай. Я хочу вам еще раз попробовать, потому что у меня что-то неудачно получилось, я не долетел, понимаете? Поэтому вы поняли, долетаете, там прыгаете на тачку, запрыгиваете туда и просто забираете вертолет и все, и летаете на нем. Ах, я проехал. Ах, да, давайте отсюда. Вот, да, ребята, я вам неправильно показал, потому что я когда отсюда попадал, то я скорость снизил. Так, давайте набираем скорость. Давайте вот так, вот так. И вот так тормозишь, блин. Ну что же это за неудачки-то такие? А, хотя давайте сейчас попробуем. Ага, нет, не получится, не получится. Ребята, блин, уже... Давайте я на паузу поставлю. Вот, ребята, отсюда все-таки я понял. Да, и у меня еще одна ошибка была. Вот. 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 Да ну что же это такое? Ну надоели уже.
Короче, ребята, я думаю, вы поняли. Ну, а давайте Мустанг возьмем. Возможно, ну, я не знаю. Но у меня на Порше получалось. Ты слишком быстрая Порше, понимаешь? Лучше взять Мустанг, ребята. Да где? Да давай, ну ты низкая тачка, капец какая. Ну, удобная чуть-чуть, ребята, эта тачка. Я Мустанг. Давайте возьмем обычный Мустанг. Все-таки может получиться с Мустангом, но... Ну, у меня получалось. Ты слишком быстрая, понимаешь, тачка? Слишком ты быстрая. Ага, я знаю, как это исправить. Мы сейчас на дрифте, наверное, так, понимаете? Ага, давайте так попробуем. На шифте, да. Давайте, давайте, разгончик набираем, 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 набираем. И... Есть, ребята, наконец-то это получилось. Ну, я думаю, вы поняли, как. Ой, давай. Он уже, эх ты ж. Давай. Ну уже, все, есть. Теперь хак. Хджак. Короче, взламываем его, ребята. Хайджик. Давай, опа, и все. И верт наш. Ну, я не хочу, чтобы на вертолете летать. Я хочу найти свою НЛОшку. А вот и ко. А нет, это не коп. А ну-ка, где моя НЛОшка? Ай, блин. Давайте заодно и банк грабанем, ребята. Грабанем. А, нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, вставай, вставай, чувак. Да встань же ты, встань, тебе сказал. Что не, не слушается мой пацан? Jurassic World. Ай-яй-яй, нет, да нет же, ну что я творю, блин. Давайте... Ай, капец, я нубяра. О, ау, тут даже тут есть. Да как я так, я ошибся, ребята, я у меня... Ай, блин, ну это просто не передать. Что я натворил? О, а тачку давайте... Нет, тачку мы не угоним, потому что она за робоксы, ребята. Да, да ж как я так ошибся? Эта ошибка просто была невероятная. Лопаем, лопаем, лопаем. Давайте еще одну вторую попытку сделаем. Сейчас мы домчимся до нашего с вами музея. Тут поезд, ну поезд я не хочу что-то грабить, потому что я хочу музей. Напасть на музей, давайте музей. Он еще не закрылся, ребята, так что шанс, попытка номер два есть уже. Да что у меня сегодня такой неудачный день? Я граблю эти картины, я насобирал 500 тысяч на музее, ребята, просто чисто на музее. Я редко грабил ювелирку, редко поезд, редко банк, все редко, в общем-то. Один музей я грабил почти все время. Так что я могу грабить музей. Не говорите, что я там нубяра, что я не могу ничего творить, ничего грабить. 550, то есть давайте попытка номер два. Погнали, вот сюда. И картину хочу, картину. Так, тихо, сосредоточились. Картина есть, круто. Все, опа-па, опа-па, опа-па. Грабим нашего Азима. Азима. Три топора, дай нам этого, как его, короче, давайте, берем этот, и планетка, пока, так, чувак, где ты там делся, я хочу, 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 давай, 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 ах ты ж, не можешь собрать, да давай побыстрее, пошевелись, чувак, да пошевелись ты, давай, отстань, отстань, чувак, я сам буду собирать, ай, блин, я ошибся, все, есть, беги туда, беги туда, молодец. Давай быстренько, мы еще успеем, я думаю. Надеюсь, успеем, надо просто... Давай, чувак, я надеюсь, ты там открыл дверь. Давай. Чувак, давай быстрее. Давай, 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 давай. Есть. Где моя тачка? Давайте на вот этой поедем. Все, на Поршике поедем и будем заканчивать, ребята. Сегодня мы музей грабанули. Надеюсь, нас на криминалку никто не поджидает. Это я очень надеюсь. Потому что я думаю, что может там быть коп. Кстати, их много, ребята. Я не на VIP-сервере играю. Я как честный человек играю на нормальном, обычном сервере. Ну, тачка прикольная это, кстати. НЛОшка прикольная, которую мы сегодня купили. Я вам показал способ, как достать вертолет без кей-карты. Только с третьей попытки у меня это получилось, или с четвертой, даже не помню. Обновление вам показал, что оружие теперь покупается.
играются уже только за деньги. Ну, также вы видели, ребята, как я стрелял, как стреляет оружие и как отнимаются хпшки. Видно, сколько ты хпшек снес чувачку. Так что хороший сегодня у нас был ролик. Поставь лайк ему, подпишись на канал. Погнали, наверное, ложку сейчас. Давайте. А также, ну вы видели, появилось уже два магазина оружия. Потому что вон там стоит вон первый. Сейчас я вам покажу его. Вон он, Ганс, стоит. Вон первый. А там второй еще маленький магазинчик. Давайте. Так, вот так заворачиваем. Ну, хочу выпуск закончить, наверное, ложкой, когда я буду летать. Давай. Опа-па, опа-па, опа-па. Опа-па, круто. Все, ребята, Кстати, она сигналит, как машина. Да, прикольно. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Если хочешь еще джейлбрейка, то поставь тоже лайк. Всем удачи. И всем пока.